За прошедшую неделю в МРИЛ зарегистрировано более 3200 случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным санитарных врачей, это ниже эпидемического порога на 5%. Случаев гриппа на территории региона пока не выявлено. Однако, чтобы уберечь себя от вирусов в пик заболеваемости, который традиционно приходится в регионе на январь-февраль, необходимо пройти сезонную иммунизацию. Вирус перед эпидемией легко можно подхватить не только из воздуха, но и с поверхности, к которым мы прикасаемся. По пути на работу или школу таких источников у каждого из нас порядка десятка. После этого достаточно дотронуться до носа или глаза, и все, что называется, процесс пошел. Мы каждый год повышаем охват населения, общего населения республики. То есть в этом году у нас поставлена задача охватить 45% населения, в следующем году 55%. То есть чем больше у нас охват населения в общем, тем меньше, где можно будет развиваться этому вирусу дальше. То есть мы будем прерывать его дальнейшее развитие и защищать население. Группы риска – это дети, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями. Именно им в первую очередь врачи рекомендуют ежегодно проходить сезонную иммунизацию. Лучше один раз сделать прививку от гриппа, чем подвергать себя опасности. Если мы будем говорить о прошедшем сезоне гриппа, то просто вот данные я приведу. У нас было зарегистрировано по республике 158 случаев гриппа, причем в 96,2% этот грипп был зафиксирован у непривитых. То есть эффективность прививки, она налицо. За неделю в МРИЛ зарегистрировано более 3200 случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным санитарных врачей, это ниже эпидемического порога на 5%. Как обычно, дети больше всего болеют. Они составляют 74% среди заболевших. И от больных выделяются респираторные негриппозные вирусы. Это аденовирусы в основном, а также респираторно-синтециальные вирусы и вирусы парагриппа. То есть у нас обстановка сейчас спокойная, обычная, сезонная, и это позволяет делать прививки против гриппа, то есть готовимся к эпидемии. Поступила вакцина для взрослых сови-грипп и в первой, и во второй партии, и для детей сови-грипп, а также вакцина вот во второй партии, вакцина Ультрикс. Ну, все они, в общем-то, аналогичные вакцины, содержат три штамма вируса гриппа, которые предполагаются к циркуляции в текущем эпидсезоне. На сегодняшний день в МРИЛ от гриппа привито порядка 153 тысяч человек. Это более 22% от общего числа жителей республики. Те, кто еще не успел пройти предсезонную иммунизацию, могут обращаться в медицинские организации по месту жительства или к работодателю. Прививочная кампания продлится до ноября. Пик же заболеваемости, согласно многолетней статистике, в регионе придется на конец января, начало февраля. То есть для выработки иммунитета еще есть время.